В отношении начальника департамента здравоохранения Светланы Романчук возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление должностными полномочиями». Впрочем, главным медиком региона она была ровно до настоящего дня. В пятницу утром, опережая правоохранительные органы, пресс-служба правительства распространила информацию о том, что в исполнительной власти произошли кадровые перестановки. Романчук покинула свой пост. Департамент здравоохранения будет курировать Ирина Эрмиш. А временно возглавит ведомство Сергей Аминодов. И только днем поступило официальное сообщение от УФСБ. Из него следует, что для конкретной коммерческой организации были созданы благоприятные условия на рынке оказания услуг по обслуживанию медицинской техники. В департаменте здравоохранения проведены обыски. Максимально Светлане Романчук может грозить до 7 лет лишения свободы. Подозреваемая находится сейчас под подпиской о невыезде.